Всем привет! Сегодня я заготавливаю огурцы. Это соленые будут огурцы, типа бочковых. Положила по вот такой перчине, это последнюю банку открыла, чтобы горькие были. Чеснок, лавровый лист, сейчас покажу. Лавровый лист, перец, черный горошек, семена горчицы, а также чеснок, укроп и все, что у вас есть. Хреновых листьев у меня нет. И у нас еще их не продают, но это не беда. Огурцы. Попки я не срезаю. Когда я делаю маринованные или консервированные, я срезаю. А сейчас вот так и буду закладывать. Специально крупненькие выбрала. Итак, закладываю все огурцы, я заложила. И теперь растворяю соль. На литр воды 3 столовые ложки соли. Если у вас соль солкая, то тогда без верха. У меня не соленая. Хорошо растворяю и просто заливаю. Не хватило все банки. Вода холодная из-под крана. Залила. И теперь убираю в прохладное место. Ну, на пол поставлю. На 2 дня. Через 2 дня. И у меня уже огурцы бурлят. И уже вылилось на пол. Убираю пенку. И сливаю в кастрюлю рассол. Так делаю. Рассол закипел. И я заливаю огурцы. Чуть-чуть добавила кипяченой воды. Кипяток прям. Так как у меня уже она начала выливаться из банок. И теперь закручиваю обычными крышками. Все огурчики я закрыла. Ну, вид, конечно, у них не очень. Рассол непрозрачный, но так должно быть. И теперь я их переворачиваю, закрываю одеялом. И будут они стоять у меня до полного остывания. Пусть стоят сутки. И кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Впереди будет много интересного. Пока.